нравится, и мне нравится. Ну, вообще не подавала никакой реакции, хотя она вчера? На эту песню. Ну, она подавала реакцию. А я, не, она не ее пела. Потом, ну, я сказал, подошел к тебе, говорю, это Кристина тебе, она такая, я знаю. Ты сказал, что это я? Ну, говорю, ну, Кристина тебе песню поставила, тебе посвящает. Зачем? Я сказала, просто скажи, что песня для мадам. Ну да, типа песня для тебя от Кристины. Просто интересно, когда тема это. Да отстань, вообще, все, короче, я не хочу больше обсуждать этого человека. И я вот не, я не знаю, как уже объяснить, у меня слов нету. Я как тупая выгляжу. Ты первый раз, да, слабо ушел? Да. Ты сейчас серьезно думаешь, что он реально благородно переживал за то, что мы с тобой поругаемся, и что кто-то накосячит? Ну, почему бы нет? Ты серьезно сейчас? То есть человек сейчас отнекивается, откровенно врет, откровенно накидывал тебе, накидывал всем, ходил, причем сейчас отнекивался. И говорил, что никому ничего не говорил, хотя каждый сказал, что он к нему подошел. Человек весь забрался, и ты говоришь, что у него были какие-то благородные мотивы. Я не понимаю его мотивацию, но это глупо тоже. Ты не понимаешь, что мы расстанемся из-за того, что вы стоите в лесу с тобой. Смотри, ты не понимаешь его мотивацию по той простой причине, из благодарности за то, что он за тобой ухаживал и хорошо к тебе относился. Я думаю, что это так. Нет, все, но нет. Хорошо, тогда я тебя не понимаю. Это же очевидные вещи. То, что я говорю, максимально очевидно. Ну, это глупо так думать. Человек долгое время пытался залезть к тебе в трусы, после чего, когда мы с тобой сошлись, он мне предъявлял, что, ой, как обидно, там, ведь мы же с тобой дружили, а я тебя увел. Вот. И сейчас вдруг он благородно беспокоится за нашу пару. Если девушка тебя любит, что она хочет быть семьей с тобой, пацаны будут появиться. С уважением к тебе, она не будет идти там общаться, она не будет расставаться с тобой там после того, как пацаны пришли. Вот. Дело не в том, что конкуренция и так далее. У нас уже глубочайшие проблемы. Я понимал, что это то, что надо сейчас делать. И поэтому я это делаю. Отпускаю ее, любя. Я не единственный мужик на земле, в который она там будет испытывать или будет построить отношения. Она будет построить отношения с другим человеком. Да, я тебе кое-что скажу. А я тоже буду. Я тебе скажу просто наглядный пример, чтобы ты понимал, что такое любовь. Ну, чисто я так по истории знаю. Даже вот Леша сейчас услышит, я про Рому Капаклы говорю. Был такой Ром, как Капаклы, помнишь, да? И вот это и Марина Африкантова. Марина Африкантова сказала тогда Роме: «Мальчик, до свидания. Просто у нас с тобой ничего не может быть и не будет». На что он сказал, знаешь что? Он сказал: «Хорошо, я просто тогда буду рядом, будем дружить». Она встречалась с парнями, он был рядом. Ты понимаешь, что это время? И получилось так, то, что находясь все время с ней рядом, какие-то моменты ее поддерживая, знаки внимания проявлял, приятности делал, он ее добился и влюбил ее в себя.